Всем привет, с вами Стас, и сегодня у нас долгожданная распаковка какой-нибудь игры на PlayStation 3. Давайте же начнем. И это у нас игра Tomb Raider на PlayStation 3, запрещенная для детей. Давайте же рассмотрим ее коробку. Так вот выглядит лицевая сторона, тут у нас сама Лара Крофт, Tomb Raider, написано PlayStation 3, PlayStation Network, Blu-ray, запрещено для детей, конечно же, вам нельзя играть полностью на русском языке. А вот здесь вот студии перечислены, которые ее выпускали и создавали, это Square Enix и Crystal Dynamics, простите, если неправильно прочитал. Давайте же посмотрим, что у нас сзади. А сзади у нас написано то, что это рождение легенды. 44 награды выставки E3, в том числе лучшая игра выставки 2012 года. То есть это уже плюсики. Что написано сзади, можете прочитать сами. Это чистого листа, новая механика игры и борьба за жизнь. Также у нас перечислено то, что здесь командная работа. Играйте в разнообразные сетевые режимы за соратника Лары и за ее врагов. Так, давайте же посмотрим, какие у нас системные требования. Один игрок, установка не менее 8-6 мегабайт, DualShock 3 с вибрацией, она идет 720p, то есть в 1080, но все-таки картинка хорошая, сетевой компонент и интернет 2.8 игроков. Сзади у нас все, и также здесь вот у нас есть цена на 2390 рублей за игру, которая вышла, в принципе, уже достаточно давно. Давайте же посмотрим, что у нас имеется внутри. А внутри у нас сам диск Tomb Raider и небольшой мануальчик к нему. В принципе, очень бедная комплектация, никаких картинок здесь нет. Давайте же посмотрим, что идет в мануальчике. Это обычный мануальчик, то есть как играть, кнопки управления, основные запуск игры. Те, кто не знает, техническая поддержка, черно-белый мануальчик. О, здесь есть примечание, то есть вы можете что-нибудь написать, и здесь Лара Крофт нарисована. И Tomb Raider, официальные сувениры продаются здесь. Хотите купить официальные сувениры? Здесь это постер, уникальный коллекционный товар. Успейте купить при поддержке вот этой студии. Ну и да, и сзади у нас Square Enix в том числе. Ну что ж, это была вся распаковка игры Tomb Raider. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на меня в Твиттере, Инстаграме. Заметьте, друзей будет больше распаковок, также у нас скоро будет новый вызов, очень интересный и смешной. Я сдаю ГИА, поэтому видео будет выходить до 6 июня достаточно редко. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пока.